mediator between you and me. Он медиатор между вами. That's how между you can, вами и мной. That's how you can understand так Jesus. Так вы можете понимать Иисуса Христа. Jesus is God. Иисус это Бог. He can talk to God. Он говорит с Богом. Jesus became man. Иисус стал человеком. He can talk to you. Он может говорить вам. And he is the mediator. И он является медиатором. Аллилуйя. Посредником. And that's Christmas, my friends. И это есть Рождество, братья. And that's Christmas. Это есть Рождество. Now you understood what exactly Jesus had to become. Да, вот какая суть вот Иисуса Now Христа. Here is the issue. И вот здесь есть еще For вопрос. Him to be God, для того, чтобы быть Богом, he must be directly from God. Он должен быть прямо от Бога. For him to be a human, для того, чтобы быть человеком, he must come through the womb of a woman. Он должен был родиться через утробу, How can утробу it be женщины. Possible? Как это может быть возможно? It has to be possible only if he is born to a virgin. Только если он был рожден через утробу девы. If he has to be born to a virgin, значит, был рожден от девы. And he has to be born in a family. И в семье. How would it be possible? Как вот возможно это быть? It's possible only in one culture in all over the world. Возможно только в одной культуре по всему миру. And that is in Jewish culture. И это есть в еврейской культуре. Why? Почему? In Jewish culture, в еврейской культуре, marriage has three phases. Значит, свадьба или да, свадьба имеет три фазы. Number one is первое. Engagement. Первое это значит помолвка. Number two is второе. Betrothal. 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 That means they declare that they are wife and husband. Окей, да. Значит, второе это уже провозглашение мужа и жены. And the third one is wedding. То, что значит муж и жена, и третье это уже по сути свадьба. These are the three phases. Вот это три фазы. For most of us, для большинства из нас, engagement takes place. Вот помолвка. When we like somebody, это когда нам кто-то понравился, when the proposal has gone, там предложили руку и сердце, you put the engagement ring and you will say, I will marry you. Кольцо значит, ну, до того, как уже одеть кольцо на свадьбе, и говоришь, что я готов выйти за тебя, точнее, или я готов пожениться, да? But in Jewish culture, и в еврейской культуре, engagement takes place when a girl is 5 years. Значит, помолвка происходит, когда девочке наступает 5 лет. When a boy is 7 years, а мальчику 7 лет. At the age of 7, и вот в возрасте 7 лет they look at a girl, они смотрят на девочку and they say, we will have this person's married. И говорят, что эти люди поженятся. But the marriage will not take place. Но, по сути, свадьбы не будет. After the girl is matured, после того, как девочка выросла, they'll wait for 1 year, они будут ждать 1 года, and the betrothal takes place. И уже будут провозглашать значит, муж и жена. After the betrothal, и после этого they are called wife and husband. Они уже названы, уже по сути, да, настоящими мужем и женой. They live as wife and husband. Уже живут как муж и жена. But they should not do one thing. Но одного они не должны делать. For 1 year. 1 год. After 1 year they will be married. После того, как они рождены. But this one точнее, long, после того, как они this поженились. One long year, и этот 1 год they should not meet physically. Они не должны физически встречаться. If they meet physically, если не физически встречаются, they will be taken out of the town, их выкидывают из города, they will be stoned to death. И закидывают камнями. So that is the situation. Вот такая ситуация. Mary and Joseph are betrothed. Значит, Мария и Иосиф уже провозглашены жених и невеста. Mary probably is 15 years. Значит, Марии где-то было 15 лет. Joseph is probably 17 years. Может быть, Иосифу там 17 лет. And they are wife and husband. И они, значит, муж и жена. They should not meet physically. Они не должны встречаться физически. At that time, в то время Gabriel comes, Гавриил приходит and looks at Mary, и смотрит на Мэри, Mary на Марию. Is very much frightened. И Мария вот очень напугана. And Gabriel says, "Don't worry." Gabriel говорит, не бойся. You're going to become pregnant. Ты станешь беременной. And she says, "How? It's not possible." И как это невозможно, Мария говорит. I'm not married. Я, значит, не знала мужа. If I become pregnant, если бы я стала беременной, the society will kill me. Если я стану беременной, то общество убьет меня. Gabriel says, Gabriel сказал, "No, this is from God." Но это от Бога. Do you know what Mary said? И что Мария сказала? If it is from God, если это от Бога, I'm willing. То я могу. What exactly Mary was believing for? И вот о чем вообще Мария говорила? She almost said, "If I have to die, I will die for the sake of the will of God." То есть она говорила, что если мне надо будет умереть, то я умру ради Бога. That is called the complete surrender. Это называется полное подчинение. She completely gave herself to Christ. Она полностью дала себя Иисусу Христу. She completely humbled herself to Christ. Она полностью смирилась перед Христом. Because she did that, из-за того, что она это сделала, we could have Christmas. У нас происходит Рождество. Mary completely surrendered herself.
Мария полностью смирила себя. After a week, и через неделю Joseph was sleeping. Иосиф спал. Before he sleep, и перед тем, как он заснул, he thought like this. Он подумал. There are two options. Вот есть два выбора. Option number one, два варианта. Первый вариант. Go to the city council, значит, идти в город, да, или в совет города. Tell that Mary is pregnant and I'm not the reason. Сказать, что Мария, значит, беременна, и я не причина этого. Wash off my hands and go away. Помыть руки и уйти. The other one is. И второй вариант. Silently divorce her and go away. Тихо просто развестись и уйти. He decided to silently divorce her. И он выбрал второй вариант. When he was sleeping. Когда он спал. Gabriel comes. Гавриил пришел. And he tells. И говорит. Hey, Joseph, don't leave. Иосиф, не уходи. Because this is from God. Потому что это от Бога. And Joseph agreed to take Mary. Иисус, и точнее Иосиф, согласился взять Марию. Agreeing to take Mary is ridiculous. И вы знаете, вот согласиться взять Марию беременную уже, это было вообще, но это было что-то просто выше ума. Everybody will put down Joseph. Все начали унижать Иосифа. Everybody will blame Joseph. Все будут, значит, винить Иосифа. But Joseph was willing to take the blame. Но Иосиф готов был взять вину. If you want to become Christian, если вы хотите стать христианином, for the sake of Christ, you must be willing to take the blame. То ради Христа вы должны будете взять эту вину какую-то. When I think of this country, Ukraine, когда я думаю о стране Украине, I remember one man called Richard Wurmbrand. То я помню одного человека, которого звали Ричард Вумберт. Richard Wurmbrand is from Romania. Он сам с Румынии. When he was a pastor there in Romania, когда он был пастором там, this part of the world was ruled by one man called Joseph Stalin. То здесь правил человек, которого звали Иосиф Сталин. He put every Christian into the prison. И он всех христиан сажал в темнице. Including this man, Richard Wurmbrand. Включая этого Ричарда Вумберта. For 21 years he was in the prison. И 21 год он сидел в темнице. 14 of his bones were broken. И 14 из его костей были поломаны. 14 bones were broken. 14 костей были поломаны. He was in the prison for 21 long years. Он сидел в темнице на протяжении 21 года. At the age of 84. И в возрасте 85. When Billy Graham Association decided to redeem this man. 84, когда ассоциация, значит, redeem this man. Значит, Берингийская ассоциация решила освободить его. At that time, Mikhail Gorbachev agreed. И в то время Михаил Горбачев согласился. And that's how Richard Wurmbrand came out. И таким образом Ричард Вумберт вышел. And I met Richard Wurmbrand. Я встретил его. And this is what he says. И он говорит. All these 21 years. Все эти 21 год. When he was in the prison. Когда он сидел в темнице, he was praising God. Он прославлял Бога. He was worshiping God. Он поклонялся Богу. He never put his head down. Он никогда не опускал голову. If you want to become a Christian, если вы хотите стать христианином, you must be willing to be humbled. То вы должны быть смиренными. You must be willing to be ridiculed. Вы должны иметь это желание быть порой отверженными людьми. Both Mary and Joseph did that. И Мария и Иосиф так с ним произошло. But let me give this example. Но дайте нам пример. Gabriel came to Mary when she was awake. Гавриил пришел к Марии, когда она была, значит, пробуждена. Gabriel came to Joseph when he's sleeping. Но Гавриил пришел к Иосифу, когда он спал. What Mary had is called a vision. У Марии было видение. And what Joseph had is called dream. А у Иосифа был сон. Some of you don't have visions. Некоторые из вас не имеют видений. Do you know why? Почему? I'll give you this example. Я дам пример. Mary got vision. Мария получила видение. Because when she is awake. Видение, потому что когда она проснулась, точнее, когда она была пробуждена. When Gabriel comes. Гавриил пришел. Mary asked only one question. Мария спросила только одного. How can it be possible? Как это возможно? That's all. Это все. But just imagine. Но просто представьте. If Joseph is awake. Если бы Иосиф был пробужден. When Gabriel comes. Когда Гавриил пришел. Gabriel, Joseph would have asked 100 questions. То Иосиф бы задал 100 вопросов. And that is why God made Joseph to sleep and tell the whole story. И поэтому Господь захотел, чтобы Иосиф спал просто вот и все. Some of us don't have visions. Некоторые из нас не имеют видения. Because we doubt everything. Потому что мы во всем сомневаемся. We have so many questions. У нас много вопросов. We can't trust. Мы не можем доверять. Mary is more trustworthy. Но Мария, она более доверяла. That's why she had vision. Чем Иосиф, поэтому ей было видение. Joseph is less trustworthy. Иосиф меньше доверял. That's why he had dream. И поэтому у него был сон. Whatever it is. Неважно. Both of them are committed.
Двое из них были отданы. God knows what kind of отданы Богу. What kind of revelation you can accept. И Бог знает, какой вид откровения ты можешь принимать. Do you know why God brought me here? Вы знаете, почему Господь привел меня сюда? God brought me here so that you could understand what I'm preaching. Чтобы вы понимали, о чем я говорю. God has purpose in everything that happens in our life. Господь имеет причину во всем, что происходит в нашей жизни. And now when Gabriel was speaking to Joseph, когда Гавриил говорил Иосифу, Gabriel said like this. Gabriel говорит. You shall call him Jesus. Ты назовешь его Иисусом. What is the meaning of the word Jesus? Что значит Иисус? Jesus means savior. Иисус значит спаситель. And then Gabriel says. Гавриил говорит. He will be called Emmanuel. Он будет назван Эммануилом. What is Emmanuel means? Что значит Эммануил? Emmanuel means God with us. Значит, Бог с нами. I want to ask you a question. Задам вопрос. Can you answer? Можете ответить? The question is this. Вопрос такой. Will God be Emmanuel for every human being in this world? Будет ли Бог Эммануилом для каждого человека в этом Say мире? Yes or no. Скажите, да или нет? Yes or no. Да или нет? Yes? Oh, then what is the use of praying? Да. He's already Emmanuel. Хорошо, значит, зачем тогда мы молимся, если он уже Эммануил? Now, I'll ask you a second question. Хорошо, второй вопрос. It's very difficult. Сложный. Is God Emmanuel to you? Является ли Бог Эммануилом для вас? Is God with you? С вами ли он? If God is with you, will you do all the dirty things you are doing? Хорошо, если он с вами, то будете ли вы продолжать делать те грязные вещи, которые вы делаете? If God is with you, will you be involving in all the dirty stuff you are involved in? Если Бог с вами, тогда вы будете дальше продолжать быть в этом грязном состоянии. How God can be with us? Как Господь может быть с нами? That's what we can understand from that story. И это мы понимаем с той истории. God will be with us. Бог будет с нами. Only if He is Jesus to us. Только если Он Иисус для нас. Savior first. Первое спаситель. Then Emmanuel second. И второе Эммануил. If you accept Jesus as your personal Savior. Если принимаешь Иисуса Христа как спасителя своего. Then He will become your Emmanuel. То Он станет твоим Эммануилом. If you are connected to God. Если вы присоединены к Богу. He will committed to you. То он будет к вам присоединен. If you are connected to God, если вы присоединены к Богу, he will be committed to you. То он будет предан вам. People who are not connected to God, люди, которые не преданы, не отданы Богу, they will not be protected by God. Они не будут защищены Богом. You are not having the protection. И вы не имеете защиты. You don't have God with you. Не имеете Бога. You don't have the fear of God. Не имеете страха Божьего. You don't have the presence of God. Присутствие Божье. You don't have the joy of God. Радости Божьей. You don't have the experience of God. Переживание Божье. You don't have the spirit of God. Духа Божьего. Because you haven't accepted Him as your Savior. You haven't accepted Him as your Savior. Потому что ты не принял его как своего спасителя. If you accept Him as your Savior, если принял его как спасителя, He will take care. То он все это сделает. Let us look at Joseph and Mary. Давайте посмотрим на Иосифа и Марию. How God protected them. Как Господь защищал их. Gabriel told Mary. Гавриил сказал Марии. Mary, I want to tell you one thing. Мария, я скажу тебе одно. You remember your auntie? Вот. Your auntie Elizabeth. Твоя тетя. She is now pregnant. Она сейчас беременна. And Mary said, ah, pregnant, yeah. И Мэри сказала, да. She's six months. И она уже на 6 месяца. And then Mary says, okay, thank you. То Мария говорит, хорошо, спасибо. And immediately Mary moves from Nazareth. И сразу после этого Мария поехала в Назарет. Goes to Elizabeth. Точнее, да, она поехала, значит, к Елизавете. And she stayed there 4 months. И она оставалась там 4 месяца. How many of you have become mothers at least once in your life? Can you lift your hands? Кто уже является матерью здесь, How many в этом месте? Of you have Mothers. Кто из вас? At least once. Хотя бы один раз. Thank you so much. Mothers, I want to ask you a question. Я вам задал вопрос. When you become pregnant, когда вы беременели, what is expected in the first 4 months? Что ожидается в первых 4 месяцах? Surely. По-любому. What is expected in the first 4 months? Вот что по-любому ожидается в первых 4 месяцах? Can you tell me what will happen? Что происходит? Vomiting. Да, такая тошнота, да? Morning sickness. По утрам, да, там головокружение. Am I right? Да? Just imagine Болячки. Mary is in Nazareth. Представьте, Мария в Назарете. And in the second month, morning sickness started. И на втором месяце уже начинается вот это вот. What people would have done? Всякие вот эти вот, да, They would болячки. Have killed her. И что бы люди сделали? Они просто убили ее. Do you know how God saved her? И знаете, как Бог спас ее? He took her away to Elizabeth. Он просто забрал ее к Елизавете. For 4 months she was there. И 4 месяца она была там. The morning sickness project was completed in Elizabeth's place. И значит, это все значит, закончилось уже у Елизаветы. And after 4 months Mary is coming back. И вот четыре месяца Мария возвращается. God started a second project. Бог начал второй проект. There was the man called Augustus. Был человек, которого звали Август. He wanted census.
И он хотел записать всех людей. And he said everybody should go to their native place. И говорит, что все должны ехать в свой родной город. They are in a state called Galilee. Они находились в штате, называемом Галилея. Next to Galilee is Samaria. Рядом с Галилеей находится Самария. After Samaria is Judah. И после Самарии Иуда. In Judah is Bethlehem. И в Иуде находится Вифлеем. So Joseph had to take Mary from Galilee to Judah. Марию вот и везти прямо в Иуду. It might have taken at least 3 months journey. И это заняло где-то около 3 месяцев. She moved to Bethlehem. И она двигалась, вот они ехали в Вифлеем. And the body also came out. И тоже уже начало расти живот. Nobody knows there whether their wife and husband are eloped persons. И никто не знает, они вообще, ну, муж и жена или нет. So nobody questioned Mary or Joseph. Поэтому никто не задал им вопрос. They safely delivered baby. Они сразу же там родили без проблем. Don't you think this is the plan of God? Думаете ли вы, что это план Божий? Awesome. Прекрасно. Our God is great. Наш Бог велик. Mary and Joseph committed their lives to God, and God took care of their life. Мария и Иосиф, они отдали свои жизни Богу, и Бог позаботился о них. Guys, ребят, I want to tell you this: commit your life to God. Отдайте свою жизнь Богу. And He will take care of you. И Он позаботится о вас. Whoever you are. Кто вы есть? Commit your life. Неважно, отдайте свою жизнь Богу. And then these three wise men came. И эти три мудреца пришли. Herod said, Ирод сказал, you visit Jesus Christ, едьте к Иисусу Христу, значит, and you give me the Google map. И потом дайте мне Google map. And they were preparing the Google map. И они готовили эту Google map. To give it to Herod. Чтобы отдать Ироду. And the angel comes, и приходит ангел, and tears off the Google map, и рвет эту Google карту, and tells go in a different direction. И они едут в другое направление. Why? Почему? To protect Jesus Christ. Чтобы защитить Иисуса Христа. To protect Mary. Чтобы защитить Мэри. To protect Joseph. Чтобы защитить Иосифа. God did it. Бог это сделал. After 2 months. Через 2 месяца. Herod wanted to kill all the boys. Ирод хотел убить всех младенцев. Less than 2 years. Всех мальчиков меньше чем 2 года. Angel comes again. Ангел еще раз появляется. And asks Mary and Joseph. И просит Марию и Иосифа. To take the baby. Забрать ребенка. And go to Egypt. И ехать в Египет. My friends, there are two kinds of people here. Друзья мои, есть два типа людей в этом месте. Some are from India. Есть люди с Индии. And some people who can understand Ukraine. И есть люди, которые понимают украинский. I'll give you 2 examples. Я дам 2 примера. If any Indian, если вот индийский парень, is asked to go to Pakistan to hide, если индийца попросить ехать в Пакистан, will they go? Поедет ли он? Because Pakistan is the most insecure place. Нет, потому что там это самое такое незащищенное место. For an Indian. Для индийца. In the same way. Также. If any Ukrainian. Если любой украинец. Is asked to go to Russia. Попросит его ехать в Россию. Will they go? Поедут ли они? No. Скорее that всего, is the last place I want to go. Я думаю, это последнее, куда бы я хотел ехать. In the same way. Также. Any Israelite. Каждый израильтянин, if he's asked to go to Egypt, если его попросят ехать в Египет, that is the last place, это есть последнее место, because Israel and Egypt are enemies. Потому что Израиль и Египет были врагами. But God saved this family in Egypt. Но Бог спас эту семью в Египте. My friends, друзья мои, if you are with God, если вы с Богом, the most insecure place in the world is comfortable. То самое защищенное место в мире, это оно будет удобным для вас. If you are not with God, если вы не с Богом, the most secure place is uncomfortable. То самое защищенное место будет самым худшим. After a couple of months, и через пару месяцев, angel says, ангел говорит, Herod killed. Ирод был убит. Herod was killed. Ирод был убит. Now come back. Можете возвращаться. God protects us. Господь хранит нас. If you are committed to God. Если вы отданы Богу. My friends, this Christmas. Друзья мои, в это Рождество. Two lessons we will try to learn. Два урока мы пытаемся принять. Первый. Jesus humbled himself Иисус to become man. Себя, чтобы стать человеком. To save us. Чтобы спасти нас. Number two. Второе. He showed a manner by which we have to live. Он показал, как мы должны жить. We have to humble ourselves. Смирять себя. We have to submit ourselves to God. Отдавать себя Богу. And when we are submitted to God, и когда мы отданы Богу, when we live for the blessing of others, мы живем для благословения других людей. It is God's responsibility to protect us. Это Божья ответственность защищать нас. My friends, друзья мои, this Christmas, в это Рождество, I have this question. У меня есть такой вопрос. What are you a blessing to somebody in this world? Являешься ли ты благословением для чьей-то жизни в этом мире? Can somebody look at you and say, because of you, I am here in heaven?
Может ли кто-то на небесах сказать, что когда вы будете на небеса, да, из-за тебя я здесь, на небесах. I'm very serious, my friends. Я серьезно говорю. Because of you, I'm here in heaven. Из-за вас я здесь. Do you know? Знаете ли вы? The only thing that can be carried from earth to heaven is единственное, что можно забрать с земли на небо, the fruit of your gospel. Это плод своего благовестия. That is the only thing. Евангелие, это единственное. Your degrees cannot come there. Твои дипломы не могут туда поехать. Your property cannot come there. Имущество не может туда попасть. But when you share gospel with somebody, но когда ты делишься Евангелием с кем-то, when somebody receives your message, когда кто-то принимает твое слово, they will come to you there. То они будут с тобой там. And they will look at you and say, и посмотрят на вас и скажут, hey, because of you, I'm here. Эй, из-за тебя я тут. What a great joy it is. Какая великая радость. This Christmas, в это Рождество, can we make a commitment? Можем ли мы сделать такое утверждение? Lord, Господь, if I'm alive for the next Christmas, если я буду жив на следующем Рождестве, I must be able to reach at least two persons. То я хочу на протяжении этого года достичь хотя бы двух людей. Just two persons. Хотя бы двух людей. Can we think of two persons, my friends? Можем ли мы подумать о двух людей? In one year, за один год. To pray for them, молиться за них. To reach them, достигать их. And to share gospel with them, и делиться Евангелием с ними. And see that they are in the kingdom of God. И увидеть их в Царстве Божьем. If you are able to make such a great commitment, если вы можете такое утверждение сделать, такое принятие, да, в сердце сделать. This Christmas is going to be awesome. То это Рождество будет прекрасным. And the most important thing is и самое важное. If I have to ask you this question, если бы я задал вопрос вам. If Jesus comes today, если Иисус придет сегодня. Will you be with him? Будете ли вы с ним? Do you have Christ in you? Имеете ли вы Христа внутри? My friends, друзья мои. If you don't have Christ, если у вас нет Христа внутри. Even if you sing Christmas songs, даже если вы поете рождественские песни. Even if you play the character of Joseph and Mary in Christmas drama, даже если вы играете Иосифа и Марию в сценке. You cannot find a place in heaven. Вы не сможете найти место на небе. Есть только один путь. Христос должен родиться внутри. Христос родился в хлеву. В хлеву грязно. В хлеву очень плохо. И ваша жизнь также. You might be living a bad life. Вы живете плохой жизнью. But if you are willing to invite Jesus into your heart, но если вы хотите принять Иисуса Христа в жизнь, в такое сердце, то Он войдет. My friends, I was a drug addict. Знаете, мои друзья, есть. I was a strip dancer. Я был, значит, наркоманом. Я был, значит, я танцевал в клубах. I used to play in a cabaret. Я играл в разные игры. I used to supply drinks. Я разносил, значит, that was my life. Алкоголь, я пил алкоголь. I was ruining my life. Такой была моя жизнь, я был разрушен. At that situation, и в том, той ситуации, when I wanted to commit suicide, когда я хотел покончить с собой, because I could not get money to buy a drug, из-за того, что я не имел денег, чтобы купить наркотик, I was going through a kind of a convulsions. И у меня начинались конвульсии. My friend shared gospel. Мой друг поделился со мной Евангелием. My friend shared about Jesus Christ. Мой друг поделился Иисусом Христом. I invited Jesus into my life. Я знал, что мне нужен Иисус Христос. At that time my life is not good. И в то время моя жизнь не была хорошей. At that time my heart is very bad. В то время мое сердце было ужасным. But God came into my life. Но Иисус пришел в мою жизнь. Jesus came into my life. Иисус пришел в мою жизнь. And I'm a living testimony that я if you invite Jesus. If you invite Jesus, что если вы во Христе, he will come into your life. Если вы пригласите Иисуса Христа, my то Он войдет в вашу жизнь. I want to give друзья you that мои, offer. Я хочу предложить вам, is this Christmas что является ли этим real ли это Рождество настоящим для вас? Real for you. Настоящим для вас? Do you have Christ in имеете you? Ли вы Христа внутри? Has Christ come into your life? Пришел ли Христос в вашу жизнь? If he hasn't come, если Он не пришел, can we invite him today? Мы можем пригласить его сегодня. Can we ask him to come into our lives today? Попросить войти в нашу жизнь сегодня. Shall we all bow down our heads? Давайте склоним наши головы. Close our eyes. Закроем глаза. I want to finish in 2 minutes. Я хочу закончить через 2 минуты. My friends, Jesus. Друзья мои, Иисус. He is God. Это Бог. He is all powerful. Всемогущий. But he emptied himself. Но опустошил себя. Was born in a manger. Родился во хлеву. Lived a very common life. Жил обычной жизнью. Died on the cross. Умер на кресте. To save you. Чтобы спасти тебя. And today. И сегодня. He stands before you. Он стоит перед тобой. And he asks you. И просит тебя. Hey.
и спрошу тебя, эй, могу ли я зайти, войти в твое сердце? Можешь ли ты открыть двери своего сердца? Even if it is dirty, даже если там грязно, even it is smelling, даже если там воняет, even it is diseased, даже если там болезнь, I want to come in, я хочу войти. But you need to invite me. Но тебе нужно пригласить меня. You need to open the door. Тебе нужно открыть дверь. And that is true Christmas, my friends. И это через Рождество, братья и сестры. I believe. Я there верю, are certain people who need есть to люди, invite которые, Christ today. Которым нужно пригласить Иисуса Христа в свое сердце. I believe Jesus is standing at the door of your heart. Я верю, что Иисус стоит у твоей двери. I believe you are able to sense it inside you. У двери твоего сердца я верю, что ты ощущаешь это внутри. I request you not to hesitate. Я прошу тебя не думай долго. I plead you not to harden yourself. Я прошу тебя не имей это долгое ожидание. Open the heart. Но открой свое сердце. Ask Jesus to come into your heart. И попроси Иисуса Христа войти в твое сердце. I want to have true Christmas today. Иисус, я хочу понять, я хочу на самом деле пережить Рождество Твое в моем сердце. My friends, мои друзья, would you like to invite, хотели бы пригласить, if there is anyone, если есть кто-то, who want to invite Jesus, который бы хотел пригласить Иисуса into their Христа lives, в свою жизнь, we'll specially pray for them. Я хотел бы помолиться за них. If there is anyone, если есть кто-то, can you put up your right hand and put it down? I'll можешь pray for ли you. Поднять свою руку? Is there anyone? Если есть кто-то, thank you, sister. Спасибо, сестра. Is there anyone else? Если есть кто-то еще, who want to invite Jesus? Кто хотел бы принять Иисуса Христа? Ask Jesus to come into their heart. Просите Иисуса Христа войти в свое сердце. We'll pray for you. Мы будем молиться за вас. Is there anyone else? Есть ли еще кто-то? I want to give you one last opportunity. Еще хотел бы дать некоторое время. Don't harden yourself. I believe this is a wonderful moment. Я верю, что это чудесный момент. If there is a sense inside, если есть внутри это чувство, you can respond to it. Ты можешь ответить на него. And you can ask Jesus to come into your heart. Попросите Иисуса Христа войти в сердце ваше. If you want to invite Jesus, если вы хотите пригласить Иисуса Христа, just put up your right hand. Просто поднимите вашу правую руку. I'll pray for you. Я буду молиться за вас. Thank you, friend. Спасибо, друг. Thank you. Спасибо. Thank you. We'll pray to the Lord. Будем молиться. Father God, Господь Иисус, thank you so much. Господь Бог, благодарю тебя. We especially thank you. Благодарю тебя особенно. For coming down. За то, что ты пришел. You are God, ты Бог. But you emptied yourself. Но ты опустошил себя. You became a human being, ты стал человеком. To die for us on the cross, чтобы умереть за нас на кресте. Jesus, Иисус, you are willing to come into our heart, ты хочешь войти в наши сердца. Even when it is dirty, несмотря на то, что там грязно. Even when it is sinful, там грешно. I especially commit all those people who lifted up their hands. Я особенно, Господь, даю в твои руки людей, которые поднимали свои руки. I believe you heard their prayers. Я верю, Господь, что ты услышал их молитвы. I believe that you will assure them. Я верю, что ты дашь им уверенность. I also pray for those people. Я молюсь также за тех людей, who are hesitating to lift up their hands. Которые тянут, которые думают поднимать руку или нет, но они внутри ощущают это чувство. I believe you will respond, oh Master. Господь, я верю, что ты отвечаешь. I thank you, Lord, for this wonderful opportunity. Благодарю тебя, Господь, за чудесное время, чудесную возможность. I pray for every Christian who is here. Я молюсь за каждого христианина в этом месте. Help us to commit ourselves. Помогай, Господь, нам отдавать себя. To reach at least two persons. Хотя бы достигать двух людей. In the next coming year. На протяжении этого года, to share gospel, чтобы делиться словом, to see that they are in the kingdom of God, делиться Евангелием, видеть их в Царстве Твоем. We commit ourselves, O Master. Господи, даем свои сердца Тебе, Господи наш. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. We pray. Молимся. Amen. Аминь. Let praise the Lord together. Слава Господу. Аллилуйя. Are you receive a word today? Принимаете ли вы сегодня слово? Are you receive a word? Принимаете ли вы слово сегодня? Are you blessed? Благословены ли вы? Аллилуйя. Let praise the Lord. Давайте прославим Господа. Thank you so much, brother Edward. Thank you so much. Спасибо большое, брат Эдвард. It's a big joy to see you with us today. Большая радость видеть сегодня с вами. And hope that this is not the last time. Я верю, что это не последний раз.
We are ready to see. Да, мы согласны видеть, да? Еще раз нашего брата с нами. We are expecting already for you. Ожидаем уже вас. Church, I want to ask you if we can. Я хотел бы, чтобы мы поднялись. And let's pray for the family. Давайте будем молиться за семью нашего брата. Teacher of the Word of God. Да, учителя Слова Божия. Edward Williams. Эдвард Уильямс. You know, знаете, one of the first questions what I ask. Один из первых вопросов, который я задал. He's concerned his family. Согласно семье. He has a wife. У него есть жена. And two daughters. И две дочери. Sharon and Ruth. Sharon и Рут. And he has very interesting life. У него есть, знаете, такая забавная жизнь. He has a program in TV in India. Интересная жизнь. У него он ведет программу на телевидении. And he have a lot of trips around the world. И много вообще путешествий и поездок по всему миру. And do you know, overall, he testified that this is because God in his life. И, конечно, превыше всего он свидетельствует о том, что это Бог в его жизни. Because the power of prayer. Из-за силы молитвы. Everything what he did. Все, что он делает. With prayer. Все, что он делал с молитвой. And brother and sister, let now simple, давайте просто prayer for his life, молиться за его жизнь, for his family at home, за его семью дома, for his ministry in India, за его служение в Индии, that let the Lord continues using him mightily, чтобы Господь продолжал использовать его могущественным образом и благословлял церковь. Father, thank you so much. Во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя, Отец. We bless your holy name. Благословим Твое святое имя. We, Lord, bless our brother William. Господь, благословляем нашего брата, брата Эдварда Уильяма. Father, in the mighty name of Jesus. Господь, во имя Иисуса Христа. Let your favor, пусть Твое расположение, Господь, your grace, Твоя благодать, wisdom, мудрость, spirit of knowledge, дух spirit of знания, power, силы continues filling him, продолжает наполнять его. May, Lord, your work, да, Господь, чтобы, чтобы делать Твою работу на этом, expand, в этом мире. Lord, да, Господь, расшири его пределы, его служение. Lord, we bless his family. Послаем we bless Lord his wife, послаем his daughter. Дочь, we bless дочерей. Lord the work what he's doing. Послаем Божью работу, которую он делает. Mighty name of Jesus. Отец, во имя Иисуса Христа. We want to ask Lord the movement of your angels in his life. Мы приглашаем Боже, мы Боже приглашаем движение ангелов в его жизни. Защита твоя, Господь, в его жизни. Защита ангелов. Movement of angels. Движение ангелов. Guidance of the Holy Spirit. Да, Господь, водительство Духа Святого. Во имя Иисуса Христа. And we today. Да, Господи, сегодня. Bless him. Благословляем его. Yes, Lord. Да, Господь. Yes, Lord. Да, Господь. Yes, Lord. Let your hand, Lord, strengthen him. Да, Господь, пусть твоя рука укрепляет его. Let your hand show him the way, пусть твоя рука показывает путь, куда двигаться. Yes, Lord. And let always. И пусть всегда. He will have bread in his life. У него будет хлеб в жизни. To give others. Чтобы давать другим. To share others. Чтобы делиться с другими. A fresh bread of life. Да, Господь, свежий a хлеб fresh жизни. Revelation. Свежее откровение. A fresh word. Свежее слово. To bless others. Чтобы благословлять других. To encourage others. Чтобы ободрять других. To edify the church чтобы of Christ. Созидать церковь Твою, Господь. We bless his life. Благословляем его жизнь. Mighty name of Jesus. Во имя Иисуса Христа. Thank you, Lord. Благодарим Тебя, Господь. Thank you, Lord. Благодарим Тебя, Господь. Thank you, Lord. We благодарим bless Тебя, Господь. Благословляем Тебя. In the precious name of Jesus we pray. Во имя Иисуса Христа молимся. Hallelujah. Let praise the Lord. Давайте прославим Господа. Please, you can sit. Можем присесть. Today we have this special day. Сегодня особенный день. Do you know, Christmas, and today also we will remember the Holy Communion. Сегодня и Рождество, и сегодня мы вспоминаем тоже, мы имеем это время хлебопреломления. Do you know, he came to this earth. Вы знаете, он пришел в этот мир. We have here the picture of the Christmas. У нас здесь картинка о Рождестве. But he came. Но он пришел, to die on the cross. Чтобы умереть на Христе. На кресте. This was the goal of his came. Такая была цель его прихода. This was the reason because he came. Это была причина, почему он пришел. To die it. Чтобы умереть. For us. За нас. To give us life. Чтобы дать нам жизнь. Say with me this word life. Скажи со мной жизнь. Life. Жизнь. Hallelujah. Hallelujah. And now we will remember this date. И мы сегодня будем вспоминать этот день. When he came. Когда он пришел. And he gave his life for us. И отдал свою жизнь за нас. We've given this advice. И мы даем такой совет, that the people who have peace with God, что люди, которые имеют мир с Богом, the people who have peace with the church, которые имеют мир с церковью,
people who have water baptism, who passed through которые, the water baptism, были крещены водным крещением. If you have these three, let's say, requirements, если вы, значит, у вас есть эти три составляющие, you can be part in this holy communion. То вы можете принимать это хлебопреломление. If not, если нет, our advice is simple: sit. Просто наша рекомендация присесть, оставаться да, в следующем положении и молиться. Hallelujah. Praise Hallelujah. God. Слава Богу. Hallelujah. God is good. Бог благ. Yes, praise worship. Рукоснение. John Somiari, I need you here. Or John Somiari, can you need to come here, please? David, ты будешь там? Во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе. И мы сегодня вспоминаем, что Ты сделал для нас, Господь мой. Мы радуемся, потому что Ты пришел к нам. Ты пришел, Боже, и даровал нам свободу. God, today we remember what You've done for us. We remember why You came and You give us freedom. Дал свободу через крест. Through cross of Calvary. Через смерть. Through death. Через страдания. Through sufferings. Ты даровал свободу от греха. You gave us freedom from sin. Чтоб мы жили в радости. So we may live in joy. В радости, Господь. Enjoy God. Enjoy God. Твоей радости. In your joy, Lord. Ты отдал все нам, Боже. You gave us everything.
И мы сегодня хотим провозгласить твою победу. And we today want to proclaim your victory. Над всякими делами тьмы. Over every business of darkness. Что мы имеем право теперь приходить к тебе. That we have right to come to you. И благодарить и славить тебя. And to thank you and to worship you. За твою благодать. For your grace. В нашей жизни. In our lives. Слава тебе. Praise you. Thank you, Jesus, for today. Спасибо, Господь, за сегодняшний день. Thank you for your son, Jesus Christ. Спасибо тебе за твоего сына Иисуса Христа. Thank you for the blood you shed on the cross of Calvary for us. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты пролил свою кровь за нас на кресте Голгофском. Thank you for the price you paid for the salvation of our souls. Благодарю тебя за цену, которую ты заплатил за спасение наших душ. Thank you for your commandment that we should do this, we should take this communion in remembrance of you. Да, и ты сказал, делайте это воспоминание обо мне. Thank you because you said we should take this cup as it symbolizes your blood. И ты сказал, возьмите эту чашу, которая есть кровь моя. Thank you because as we take it, it brings healing to our body. Тогда мы пьем, Господь, и мы принимаем исцеление Твое. It brings deliverance. Да, Господь, мы принимаем Твое освобождение. It brings strengthening to us. Силу. Thank you for everybody partaking in this, that we would do that, even as we meet in heaven in the name of Jesus. Да, Господь, мы верим, что все вопросы, которые у нас есть, Господь, все нужды, Господь, они восполнены Тобой во имя Иисуса Христа. Thank you, Jesus. Во имя Иисуса Христа. In Jesus' name we pray. Повторяем, пожалуйста, если вы будете принимать, можете встать. Repeat once again, if you will take part, you can stand up. Если вы не будете принимать, можете присесть. If you won't take part, you can just sit down.
Забыли тебя, ты можешь поднимать твою правую руку. If we forget you, you can lift up your right hands. Now everyone, receive. Вечер Господь Иисус взял хлеб и сказал. That night Jesus took the bread and said. Это есть тело мое, сломимое. This is my body that is broken for you. Все творите в мое воспоминание. That's breaking for you and make it in my remembrance. И затем он взял чашу.